В зале суда нет свободного места на скамье подсудимых Жусупбек Бартикеев, известный также как криминальный авторитет Йоська. Ему предъявляются обвинения по ряду статей, в том числе вымогательство, совершенное преступной группой в особо крупном размере, создание и руководство преступной организации, а также незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации. На скамье подсудимых еще двое соучастников – это Серик Жапашев и Мухаммеджан Арманов. Им предъявлены обвинения в вымогательстве и создании участия в преступной организации. Суд проходит в открытом режиме. Сегодня судья приступил к допросу подозреваемых. Закончим с вопросом господином Жапашевым. Жапашев, вы готовы отвечать? Да. Пожалуйста. Примечательно, что некоторые свидетели, которых планировали вызвать в суд стороны процесса, оказались в розыске по подозрению в совершении преступлений. Так, председательствующий судья Даурен Надалиев огласил ответ из Департамента внутренних дел по поводу судебного запроса об обеспечении явки в суд одного из потенциальных свидетелей. В настоящий момент местонахождение Саулыкова и лица по имени Жасулан. Жусупбек Бартикеев 1970 года рождения, с 2006 года являлся вице-президентом Федерации бокса Южно-Казахстанской области. Неоднократно судим за незаконное ношение, перевозку и хранение оружия. По данным правоохранительных органов, имеет большой авторитет в преступной среде. Расследованием дела занимался Комитет национальной безопасности. Все трое подсудимых находятся под стражей и содержатся в изоляторе КНБ. Уголовное дело насчитывает 15 томов.